строительство пристроек к медико-техническому лицею вышло на финишную прямую. Рабочие завершают внутреннюю отделку помещений. Качество ремонта пришли оценить городские депутаты и представители Самарской мэрии. Особое внимание – соблюдению сроков. Устройство облицовочной плитки помещения в санузлах. Все сделано. Обсудили и будущее оснащение спортивного зала. Заявка на инвентарь и оборудование уже подготовлена. Участники комиссии высказали дополнительные предложения по обустройству спортивного зала. Для удобства детей, которые, скорее всего, будут играть и в коллективные игры спортивные, как волейбол, чтобы потолок был обрамлен сеткой. Сегодня этот вопрос был решен. В ходе встреч обсуждаем, как сделать технологичнее в рамках сметных, так сказать, проектных норм. То есть, ну, вот что можно предусмотреть с учетом там, погодных, так сказать, условий, чего нельзя делать. Вот поэтому я думаю, что вот обязательства будут выполнены. Своего спортивного зала в медико-техническом лицее никогда не было. Для занятий физкультурой больше 20 лет арендовали помещение. Как только объект будет полностью готов, заниматься здесь смогут более 700 учеников лицея. Полностью завершить работы в здании должны до конца декабря. Контролировать работу подрядчика городские депутаты и профильный департамент будут еженедельно. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.